Телеграм-канал Сергея Лебедева. Как минимум 8 мирных жителей погибли в результате атаки на центр Донецка. .у. После прилета точки У в центр Донецка число погибших точно называть пока нельзя, так же, как и раненых. Есть сообщения о пострадавших детях. Замечу, в том месте точно нет ни военных, ни военной техники, зато есть бульвар, зона отдыха, детские площадки. Да, сбили тактическую ракету .у, если бы она попала в цель, последствия были куда ужасней. Двигатель, да. Я же ее заснял успел, когда падла. А вот там что-то, наверное. А туда полетело остальное. Давай. Вон ящик черный. И еще несколько видео. Обломки украинской ракеты .у, сбитой в центре Донецка, рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской. Как сообщает с места события корреспондент канала «Донбасс», решает, два человека погибли в авто. Кроме того, несколько мирных жителей погибли в городском автобусе. Подробности выясняются. Минуту перед взрывом сюда проехал, по этой улице. Минуту! Сергей Лебедев в телеграм-канале.